России в последний воскресный день ноября празднуется День Матери. Это день благодарности, выражения любви и уважения женщинам, которые подарили нам жизнь, женщинам, которым посчастливилось стать матерью, женщинам, которые скоро станут мамами. И каждый из нас понимает, как бережно и уважительно нужно относиться к нашим мамам. Праздник День Матери, мы благодарим их за заботу, ласку, любовь, теплоту, за непреодолимое желание сделать нашу жизнь лучше. Дорогие женщины Касимовской земли, сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем Матери. Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни каждого человека. Это начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности. Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех. От нравственного, духовного и физического здоровья матерей, которые они передают своим детям, во многом зависит будущее нашей страны. Именно поэтому развитие демографической политики, поддержка материнства и детства – помощь семьям остаются важнейшими задачами как федеральной, так и региональной власти. В этот праздничный день особые слова благодарности матерям-героиням. Многодетным матерям, приемным матерям, земной поклон вам, дорогие хранительницы семейной традиции, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Предстоящий праздник – прекрасный повод собраться в семейном кругу, повиниться с доставленным огорчением, наполнить дом душевной теплотой и искренним весельем. А у тех, кто волей судеб находится далеко от родительского очага, есть возможность позвонить маме и сказать теплые слова благодарности за подаренную жизнь. Милые мамы, пусть ваши дети будут успешными, внимательными и любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии. От всей души желаю вам больше светлых дней и поводов для радости. Подольше будь со мной, я теперь только поняла.
Первый крик ребенка звучит как указ о присвоении самого высокого звания – мама. Ведь взяв впервые на руки своего малыша, на нее возлагается ответственность за другую жизнь, и открываются ее наилучшие качества. И не важно, сколько нас, они готовы уделить время каждому, ведь мамино доброе сердце способна вместить любовь ко всем ее детям. И чем их больше, тем сильнее материнские чувства. Сегодня, по сложившейся традиции, мы листаем журнал «Мама-2021», который откроет нам новые, благородные имена и замечательные судьбы. Номинация «Многодетная мама». Da 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 da.
моей семье Сиротиных исполняется 25 лет. Мой муж Александр Александрович, я, Ольга Владимировна, еще у нас есть два сына. На данный момент их нет здесь. А Роман проходит практику в городе Рязани, так как обучается в РГТУ. Дмитрий проходит службу в вооруженных силах в городе Новосибирске в ракетных войсках, сам инструктором. По образованию он медбрат. С нами проживает еще бабушка. В этом году ей будет 90 лет. У нас вообще этот год юбилейный. Открыла его Кира, наша младшая дочка. Ей в июне исполнилось 5 лет. Маме моей в этом году будет 70, бабушке 90 и мужу 50. То есть у нас круглые даты. Я работаю в школе, учителем начальных классов, имею высшее образование. Муж тоже работает в школе по комплексному обслуживанию здания. В 2014 году я участвовала в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», где стала победителем в номинации «Верность традициям». В 2018 году наша семья участвовала в конкурсе «Премии признания», где мы получили диплом третьей степени. А в городе в Рязани нам его вручали в администрации области. Мы своих детей воспитываем так же, как воспитывали нас наши родители. В духе взаимопонимания, взаимовыручки, уважения и любви к старшим и своим родителям. Что самое главное в семье? Мне кажется, это любовь, взаимопонимание и доверие. И та семья считается счастливой, где много детей. Не нужно иметь одного ребенка. Нужно иметь 2, 3 и больше. Мой муж сам из многодетной семьи. Он 11-й ребенок в семье был. Они и сейчас, он со своими братьями, поддерживает теплые дружеские отношения. Мы живем в деревне. У нас есть свое хозяйство, огород. Сажаем сами картошку. Приучаем детей тоже к труду, чтобы они нам помогали.
наши дни летят, увысь безумной скоростью. Испытывает она, склоняясь над своим ребенком в колыбели. Ее глаза сияют нежностью и любовью, которые придают ей столько прелести и очарования. Как счастлива и прекрасна женщина, у которой снова пополнение в семье. Номинация «И снова мама». Thank you.
так люблю, когда ты просто рядом. Люблю, когда ты смотришь нежным взглядом. Люблю, когда ты помогаешь. Люблю, когда ты обнимаешь. Люблю за то, что веришь ты, как я, в красивые мечты. Спасибо, мам, тебе за то, что мама ты моя. Мама, я люблю тебя. Мы поинтересовались у детей, какие они, мамы, и задали им некоторые вопросы. Мы бы хотели поговорить о твоей маме. Расскажешь? Мам, мы с мамой ходим на работу. Мы с мамой готовим, убираемся. Мама у меня самая красивая, хорошая, добрая. Красивая, добрая, хорошо готовит. Отпускается всегда нас гулять. Ходит в магазин, покупает одежду, водит, везет в школу, подвозит. Умная, привлекательная, красивая, добрая. Моя мама заботливая, добрая. И она часто мне помогает. Мне помогает. Ну, просто у меня супер. У тебя есть брат или сестра? Брат, я его очень люблю. Он любит играть в компьютерные игры и любит много поспать и много поесть. Все мои братья и сестры, они меня старше. Моя сестра работает в Доме культуры. Мой брат российский чемпион. Вот Миша и Андроша, они вместе живут. Они озорники. Брат есть. Взрослый. И 11 лет. Пятый класс уже ходит. Оценки нормальные получает. На фоне лазит. Вы помогаете своей маме? Помогаем, пылесосим. Часто посуду вместе моем. Убираемся, полы моем, посуду моем. Если маме помощь нужна, я ей помогу. Ты бы хотел еще младшую сестренку или брата? Сестренку. Братика хотел бы себе. Братика. Играться. Братика. Сеня. Там заботиться о ней. Счастье матери – это счастье ее детей. Они всегда радуются нашим достижениям, переживают трудности вместе с нами, живут нашими надеждами. Они наполняют нашу жизнь духовной силой, помогая постичь вечные ценности. А сколько радости и приятного волнения испытывает она, услышав однажды: «Мама, ты скоро станешь бабушкой!» Номинация «Мама-бабушка».
Я знаю, что у тебя есть супербабушка. Расскажи, чем она занимается? Она делает поделки, проводит танцы. Мы с ней учимся стихотворения читать. Она часто время летом проводит на огороде и готовит что-нибудь вкусненькое. Покупает игрушки. Убирается. Ну, вообще она в прошлом учитель. Любит спорт. Ну, одна бабушка работает в саду. Играет с ребятами, берет их в свой кабинет и играет. А другая бабушка дома просто ничего не делает, просто телевизор смотрит, карты с дедом играет. Она в клубе работает, она у нас директор. Есть ли у твоей бабушки талант? Какой? Петь. Помогать с уроками. Да. Петь. Доставать дедушку. А как тебя бабушка называет? Золотой. Маруся, куколка, матрешка. Ульянушка, любимая, внученька. Мальчик. Доченька. Мама – это источник тепла и домашнего уюта. Она ежедневно исполняет роль большой хозяйки маленького государства. Она и педагог, и психолог, бухгалтер и повар, личный врач и режиссер семейных отношений. Наши мамы успевают все. Посвятив себя семье и материнству, они также получают профессию, делают успешную карьеру и всегда остаются интересными, разносторонними личностями. Номинация «Мама-руководитель». Thank you.
«мама» – самое первое и нежное слово, которое произносит человек. Это у нее самые добрые и ласковые руки, которые все умеют. Ее доброе сердце прощает нам все на свете. И пусть она иногда бывает строгой, но это только потому, что понимает свою ответственность за детей и желает им только счастья и добра. На свете нет роднее человека, чем мама. Номинация «Моя любимая мама». Для наших мам мы всегда остаемся детьми. Неважно, сколько нам лет, она всегда беспокоится и переживает за нас. Особенно сердце болит у тех матерей, чьи сыновья в настоящее время проходят службу в армии и выполняют свой воинский долг. Номинация «Мама солдата». Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего. Песни о главном,
неясная наша жизнь. Люди воюют не за любовь, они глупы, мама. Так мало путей и так много кривых дорог. Но это не для тебя, все это просто пыль. Скажи, как ты, мама, мама. Твоим голосом поют птицы, твое имя летит над столицей. Самым-самым, прямо как ты мечтала, мама. Уже скоро я стану самым-самым, прямо как ты мечтала, мама. Совсем скоро я стану самым, прямо как ты мечтала, мама. Помнишь, как ты мечтала, мама? Родился новый человек, и в первое мгновение жизни рядом со счастливой мамой медицинские работники. Они всегда на своем посту, и днем, и ночью. Сейчас непростое время. Врачи и медсестры самоотверженно трудятся в борьбе за жизнь и здоровье людей. Мы верим и надеемся, все наладится. Номинация «Мама в белом халате». Thank you.
Дети – это счастье. Дети – это радость. Так скажет любая мама, нежно обнимая своего малыша. А как счастлив и окрылен малыш, который вновь приобрел семью. Как трепетно сжимает он свои маленькие ладошки, заботливые, ласковые руки. С надеждой и верой смотрит в мудрые глаза. И каждый раз, прижимаясь всем сердцем к своей мамочке, чувствует ее заботу и любовь. Номинация «Мама приемных детей». Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы этот день для мамы запомнился? Я бы ей песенку сочинила. Я обняла, поцеловала. Поцелуйчик. Поделку. С розами. Помогать ей не ссориться, вести себя нормально. Хорошо. Цветы, рисунок и колечко. Надо сделать для нее что-то такое необычное, чего она вот точно не ожидает. И чтобы ей это понравилось. У тебя есть возможность поздравить свою маму с праздником, с Днем Матери. Давай поздравим. Мам, я тебя очень люблю и желаю тебе большого терпения и трудолюбия. Чтобы у тебя были стальные нервы, потому что нас с папой, меня с папой очень трудно выдержать, я это понимаю. Я желаю ей счастья, поменьше работы, побольше времени, чтобы проводить дела с семьей, побольше времени, чтобы развлекаться или ходить по магазинам. Я ей пожелаю, чтобы она побыстрее учеба закончилась. Поздравляю свою маму. Желаю ей здоровья, счастья, чтобы она не болела. Все у нее, чтобы получалось, была удачливая, много зарабатывала. Мам, я тебя поздравляю с моим мастером. Оттаяла.
За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю. Тебя благодарю за все, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Благодарю тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. Шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя.